Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Вот, ну что ж, пришло время сделать второй урок по Arduino, да, для чайников, так сказать. Вот, сегодня мы будем подключать светодиод и заставлять его моргать. Вот. Схемка подключения у нас вот такая. То есть Arduino он у нас будет. Вот диод. Длинная ножка у диода — это плюс, короткая — минус. Вот. Короткую ножку от диода мы подключаем к земле. Вот. А длинную ножку плюс мы подключаем к 10-му пину через резистор в 220 Ом. Вот. То есть вот такая у нас будет схема подключения. Так, чтобы заставить диод этот светиться и моргать, да, давайте сделаем скетч. Вот, я его уже написал. Вот, сейчас запустится. Давайте его откроем. Вот он у нас, скетч. Итак, что мы тут видим? Объявляем переменную LED, что будет она на 10-м контакте, да? Вот. Значит, потом заходим в функцию setup, вызываемую при старте. Тут устанавливаем переменную LED как выход. То есть pin mode, LED, переменная, выход. Вот. Теперь заходим в функцию lob. Вот. Тут мы что делаем? Тут включаем светодиод командой high, да? То есть мы, ну, подаем напряжение на 10-й пин, вот на этот, вот, командой high. Вот. Ждем паузу в течение 1 секунды. Вот. И выключаем, да, напряжение командой low. Вот, на 10-м пину. И опять ждем 10 секунд. Вот. Ой, ждем 1 секунду. В итоге что у нас из этого получится? У нас получится то, что у нас будет диод загораться, 1 секунду ждать, тухнуть. Загораться, 1 секунду ждать, тухнуть. Вот. И у нас получается такой небольшой цикл. Вот. То есть мы можем вот так проверить, все ли у нас в порядке в программке. Да, все у нас замечательно работает. Вот, теперь давайте зальем нашу Arduino код. Все залили. Вот, и диод у нас должен заморгать. Ну, давайте посмотрим. Так, ну что ж, давайте тут теперь посмотрим. То есть схему мы увидели. Вот, вживую смотрим. Смотрите, вот она у нас, Arduino Uno, подключенная к компьютеру. В нее же залит скетч, который мы сейчас только залили. Вот. Вот макетная платка. То есть вот у нас диод. Если мы посмотрим, у диода вот две ножки, да? Одна у нас подключена минус к черному проводу, плюс у нас к резистору 220 Ом, выходящего в 21-ю дорожку. Вот. Черным проводом минус у нас подключен к земле Arduino. Вот. 10-й порт, который мы объявили плюсом, да, вот у нас 10-й порт, я его отключил, чтобы как бы диод пока не моргал. Вот, но скетч у нас залит. Вот. Как только я подключу сейчас вот на эту дорожку, вот на эту дорожку подключу плюс, у нас диод загорится и будет моргать с периодичностью в 1 секунду. Так, ну давайте. Вот мы подключили и видим, да? У нас напряжение подается, пропадает. Подается, пропадает. Вот в течение 1 секунды. Вот. То есть давайте сейчас я сделаю, допустим, 3 секунды, да? Вот, залили, теперь смотрите, у нас диод горит гораздо дольше и тухнет гораздо дольше, да? Я поставил вот по 3 секунды. То есть, видите, все элементарно, ничего сложного нету в этом. Так, ну что ж, друзья, на этом наш второй урок закончен по Arduino. Вот, кому понравилось видео, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
будет много всего интересного, как я и уже обещал. Всем добра, позитива, здоровья, хорошего настроения. Пока-пока.